как вы, ребята, считаете, открытые окна – это для вас безопасно или опасно? Нет, опасно. А почему вы так считаете? Потому что можно упасть. Главное – безопасность. Это приоритетная задача не только для родителей, но и для воспитателей и педагогов, с которыми ребенок проводит немало времени в детском саду и школе. Падение из окна является одной из нередких причин детского травматизма и смертности. Дети могут пострадать из-за своей любознательности, поэтому взрослые обязаны не допустить несчастного случая. Сейчас есть возможность установить на окна специальные ручки с замком. Механизм довольно прост. Вы закрываете окно на ключ, и ребенок точно не сможет его самостоятельно открыть. Именно такие ручки на окнах установили щелковские единороссы в детском саду компенсирующего вида «Росинка» ко дню защиты детей. Ручки, которые оборудованы замками, для того, чтобы воспитатели могли в нужное время закрыть замок, чтобы дети ни в коем случае там не баловались, случайно не открыли, и это бы не привело к каким-нибудь трагическим последствиям. Дальше будем действовать по запросу. Если есть места, детские сады или другие образовательные учреждения, которых нужно повышать безопасность, мы также готовы прийти и установить данные ручки. Также подобные ручки с ключами вручили нескольким семьям, дети которых ходят в детский сад «Росинка». Родители искренне поблагодарили за такой необходимый подарок. Я считаю, что не только дома нужно устанавливать такие ручки с замками, но и во всех учреждениях детских, дошкольных, школьных. Очень хорошо. Также активисты «Единой России» планируют раздавать во дворах городского округа Щелково и на детских площадках памятки с правилами безопасности, чтобы в очередной раз напомнить о том, как избежать несчастных случаев, связанных с падением детей из окон. «Предупрежден – значит вооружен». Мария Буржинская, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.